В сентябре прошлого года стало известно, что Ивановскую область включили в программу «Газпром детям». Корпорация обязалась построить в регионе физкультурно-оздоровительный комплекс. Место под новый спортивный центр нашли за Евролендом. Там, по словам ивановского градоначальника, планируется создание жилого микрорайона. Управление архитектуры и градостроительства мэрии разработало план развития территории, ограниченной улицами Павла Большевикова и Комвольными, где сейчас находится частный сектор. Чтобы найти место под ФОК, приняли решение снизить число многоэтажек. План застройки находится в стадии публичного обсуждения. Все желающие могут высказать свои пожелания и замечания. 25 числа жители могут прийти к нам на 6 этаж в холл управления архитектуры и градостроительства. И в журнале экспозиции можно высказать свои предложения. Также свои предложения можно направить в адрес председателя комиссии. И также предложения и замечания можно оставить в письменной и устной форме высказать в ходе собрания участников публичных слушаний. Собрание будет у нас проводиться 15 февраля.